стенах Главного управления МЧС региона многолюдно сюда прибывает важный гость, управляющий Московской епархией. Отца Ювеналия встречают начальник Главного управления МЧС Подмосковья и глава городского округа. Цель визита митрополита Крутицкого и Коломенского – официальное заключение договора о сотрудничестве между Московской епархией и МЧС Подмосковья. По мнению епископа Ювеналия, это важное событие. Подписание соглашения стало возможным лишь при личном участии патриарха Кирилла. Мы не первые. Так и подобает, чтобы первым был предстоятель церкви, святейший патриарх, который в 2017 году подписал соглашение о сотрудничестве с МЧС. Мы следуем благословению предстоятеля нашей церкви. Мы договорились о совместном проведении мероприятий, посвященных памятным событиям в истории российского государства и Русской Православной Церкви, а также мероприятий, направленных на духовное просвещение, патриотическое и нравственное воспитание личного состава Главного управления и структурных его подразделений. Помимо этого, церковь и спасатели будут активно взаимодействовать при чрезвычайных ситуациях, совместно помогать потерпевшим. Более того, МЧС берет на себя обязательства по информированию епархии обо всех учениях, ЧП и конференциях.